Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я расскажу и покажу вам, как я приготовила корпусные конфеты клубника и бальзамика. Эти конфеты нереально вкусные и интересные. Очень отчетливо ощущается вкус клубники и бальзамика. И это невероятным образом сочетается. Ну что, давайте приступим! Для начала я раскрашиваю форму окрашенным какао-маслом и отставляю в сторонку. Темперированный шоколад я заливаю в форму и стучу несколько раз, чтобы вышел весь воздух, и потом не было пустот на конфетах. Затем я переворачиваю форму и опять стучу по ней, чтобы лишний шоколад стек. Форму я зачищаю и отставляю для стабилизации шоколада, а в это время я готовлю начинку. Клубничное пюре и сироп глюкозы я довожу до кипения. Потом я выключаю плиту, добавляю мелко нарубленный шоколад и хорошо перемешиваю до полного растворения шоколада. Под конец я добавляю бальзамика и опять хорошо все перемешиваю. Массу я отправляю в кондитерский мешок и даю ей остыть до комнатной температуры. Когда масса остыла, заполняю ей ячейки формы и отставляю форму в сторонку, чтобы начинка схватилась. Теперь я закрываю конфеты темперированным шоколадом. И через 15-20 минут конфеты уже можно доставать. Корпусные конфеты клубника и бальзамика готовы. Приятного всем аппетита!